Да, скажи всем привет. Да, всем привет. Я никак, скажи, с мамой не наласкаюсь. Мама пришла. Да. Мой зигайка. Всем добрый вечер, мои хорошие. Всем прекрасного вечера, утра, дня. Кто когда нас смотрит, короче. Сказала, не буду заезжать в магазин. Но не выдержала душа поэта. Что, помереть с голоду, что ли? Это не в нашем стиле с вами. Давайте посмотрим, что я купила. Быстренько так. Потом покажу, что буду быстренько опять готовить. Сегодня быстрый ужин. Вот, будет. И мне надо монтировать видео. Два штука на канал Мой Мирок Орхидей. Или одно монтировать. Нет, два монтировать, потому что надо прибавить звук, чтобы все слышали меня. Короче, купила майонез вот такой, с перепелиным яйцом Махеев. Вкусный, мне нравится. Дальше, купила два салата Цезаря. Ну, такие баночки вместительные, поэтому я беру по два. Шубу купила, селедку под шубой, два банка. Одна мне, одна на двоих дочери с папой. Вот. Сметану взяла сегодня. Простоквашино 25%. Ну а что, будем кушать 25%. Сахарный песок взяла. Песок у нас сахарный, кстати, за килограмм 59 рублей стоит. Охренеть. Картошки взяла. Картошка почем? Килограмм. 44 рубля. Хлебушек взяла кругленький. Рогалик взяла хрустященький. Ну и наше кофе взяла, потому что кончилось. Муж его берет всегда с собой в дорогу. Я говорила уже, кофемашинка есть у нас, но и кофе к ней есть, и все к ней есть. Но она очень шумит. Когда утром делать, например, или ночью. Муж часто ночью уезжает. Вот, поэтому очень редко ей пользуемся. Ну, иногда пользуемся и пьем даже натуральный кофе. Представляете, в зернах. Она сама перемалывает, сама добавляет сколько надо. Она у нас очень умная машинка. Вот. Что, давайте готовить, быстро есть. Нифига я вам тут за 2 минуты все бабахнула, все показала, все распаковала. Сказала. Вот, короче, документы я забрала на то, что гараж наш, все, документ есть, официально все, замечательно. Что, давайте быстро готовить. Для начала почищу картошку, а потом к вам вернусь. Так, я к вам вернулась, начистила картошку. Отодвину ее от вас, чтобы вам было видно. Делаем картошку по-деревенски. Но только делаем ее в микроволновке. Нарезаем ее дольками. Какими вам удобно. Я вот такими долечками нарежу. Разными, какие получаются, разницы нет. Меня тогда девчули спрашивали, на какой температуре в микроволновке. Девчат, у меня нету микроволновки температуры. У меня там уже все у нее выставлено.
изначально. Я не знаю, какая у нее там температура. Я выставляю только время и все. Да что, какая жесткая картошка-то? Ёкарный бабай, справиться не могу с картошкой. Трындец. Купила Мартюше корм, правда, опять открытую пачку, ну и заказала, чтобы привезли сюда, чтобы не ездить во Владимир. Так. Кидаем сюда порцию, берем соль, солим здесь. Я сделаю в это самое в двух тарелках, потом разделим, потому что в трех тарелках очень долго делать. Дальше берем паприку. Посыпаем чуть-чуть сюда. Ну, давай, сыпайся. Теперь сюда. Теперь берем прованские травы. Посыпаем сюда. Сюда. Теперь берем маслица, поливаем все это дело. Теперь можно руками это все перемешать. Руками это, поверьте, делать гораздо удобней. Паприку, кто любит побольше, можете побольше положить. Двумя руками можно. Все. Где? Вот. И по чуть-чуть добавляем водички. Так, минутку. Руки помыла. Берем нашу картошечку. Блин, Клинтон, погодите. Переверни картошечку, Люба. Ставим. Ой, что-то там грязно. Ну, ничего страшного, наша грязь. Закрываем крышечкой. Закрываем. И ставим СВЧ. 10 минут. И старт. Все. СВЧ просто и на 10 минут. Готово будет минут через 8 однозначно. Пока тут туда-сюда сейчас и будет готово. Вторую порцию поставлю чуть позже. Мартюша кушает. Я ему положила салатики в его корм, поэтому он не голодный, не переживайте. Ответственный момент. Очень даже ответственный. Главное не обжечься в этот ответственный момент. Картошечка. С пылу с жару. Мартюша кушает.
Дочь, я поставлю тебе. Пусть готовится пока. Ладно, потом поставлю. Вот. Всем приятного аппетита, хорошего настроения. Салатики. Селедка под шубой, только кверх тормашкой. И цезарь. А, горячая зараза. Я себе положила еще чесночка в этот. В картошку. Вкусно. О! Дочь, а ты что, огурец вчера не доела? Я доем. Спасибо. Что-то вы у меня как-то криво сегодня стоите. Вам не кажется? Вот. Пока картошечка остывает, можно поесть салатики. Очень горячая. Воду можно не добавлять. Но в такую крупненькую картошку я добавляю. Она тогда прям рассыпчатая. Как хотите. Купить сметану и есть картошку без сметаны. Это убийство какое-то. Между прочим, домик в деревне вкусней. Но сегодня не было. Пришлось купить простоквашину. Ай, салфетки забыла. Сейчас. Вот. Это все те же. Ну, кто смотрел предыдущий мукбанг, тот понял. Зараза. Разваливается. В общем, забрала посылку на Озон, с Озона. Видео сняла на канал «Мой мирок орхидей». Вот. Даже протестировала. Кору. Про кору тоже сняла. И даже есть посадка уже. Ну, видео будет на канале «Мой мирок орхидей». Ждите. Буду монтировать, что делать. Это долго. Отправить его в монтажную программу, добавить звук. Вот. Так что... Сейчас с вами поедим. Это видео отправлю на один канал. Другие видео на другой канал.
Блин, разваливается картошка. Можно метушку сделать. Очень вкусная. Не надо марать много посуды. Кастрюли, масрули. Зафигачил все в тарелку каждому. И все. Как же я люблю Цезарь с этой капустой. Только иногда он вкусный. Иногда не очень. Наверное, от сыра зависит. Да? Наверное. Ух, чешется к теплу. По ссылке девчулям отправила с деком. У кого с дек? Почты нет еще. Трек номера завтра скину. Не стала сидеть ждать, пока они мне их пришлют со сдека. Чтобы вам прислать. Блин. Чё, я попить ничего не купила. Знаете, забыла. Что-то жужжало. Не знаю, что. Сухарик такие вкусные в этом, в Цезаре. Может, я просто есть хочу? Вот мне сегодня все вкусно. Завтра начну. Корой заниматься. И думаю, что завтра выложу к вечеру. Не знаю. Может, вообще выложить ее крупной фракции. Я думаю, так и будет. Я не буду ее резать на маленькие фракции. Я ее сделаю примерно вот такими кусочками. Наломаю. А кому надо, сами нарежут ее, правда? Какими надо им кусочками. Я думаю, да.
Ну, ты наелась. С трех тарелок по половинке съела и наелась. Кушайте на здоровье, никого не слушайте. Вы гулять, что ли? Отругай его, чтобы он не прыгал. Мартин, я сейчас встану, ты ляжешь. Озорник. Прыгает на нее. Ну, не на нее, а вот, вот так просто прыгает. Как конь. А? Как конь, да. Как на пружинах. Когда понимает, что ему гулять. Так что вот. Мы с вами приготовили картошку по-деревенски, которую я почти всю слопала. Ой. Шоколадки сегодняшние сделали свое дело. Не могу доесть. Я худела сегодня. На работе. Кушала сникерсы. Простите, я увлеклась чуть-чуть. Я не хотела есть руками. Так получилось. Вот так аппетитно лежала капуста, что мне захотелось ее съесть. Вот. Ладно, мои хорошие. Всем пока. Всех люблю. Всех целую. Надолго не прощаюсь. Скоро вернусь. Вот. Я там начала для вас снимать, что творится у нас в гараже. Но уже выложу, когда что-то побольше будет. Там муж еще сделал кое-что. Завтра они, по-моему, с другом собираются делать. Ну, в общем, покажу, когда побольше сделается. Вот. Угу. Угу. Муж побольше освещений там сделает. И будет поинтереснее. Все, мои хорошие. Всех люблю, всех целую. Всем пока. А, кстати, Мартюша купил. А, я вам сказала, да? Ну, все. Все сытые.